Здравствуйте, мои дорогие зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, город Ростов-на-Дону. Хочу предложить вам сегодня, в этот воскресный день, вот такую небольшую коллекцию с новинками. И давайте вместе ее с вами посмотрим. Ирина Сергеевна Белицкая, чьи контакты указаны под моим видео, стала делать, собственно, по обоюдному нашему с ней решению, изготавливать бусы полностью с серебром. Вот такой серебряный замочек. Это все серебро, и серебро проложено между бусинами. В данном случае перед вами вот такой седой обсидиан. Сказочные, абсолютно сказочные бусины. Все бусины светятся. Красота невероятная. Длина бус 45,5 сантиметра. Диаметр 10 миллиметров. Стоимость 1500 рублей. Полностью бусы в серебре. Значит, если вдруг кому-то бусы длинные или короткие, пожалуйста, контакты под видео. Дело в том, что в серебре бусы, но если их удлинять серебряной цепочкой, это будет очень дорого. Вот, ну, решили мы с ней так, что все вопросы по удлинению либо увеличению, все вопросы к ней. Она это все делает, пожалуйста, вот в данном случае 45,5 сантиметров, 1500 рублей. Шикарнейший седой обсидиан. Вот с такой фантастической иризацией. Далее, сердолик 10 миллиметров. Вот такой сказочный. Вот кто у меня спрашивал, смотрите, он и полосатенький тут идет. И вот с такими включениями идет. Это вот, смотрите, смотрите, вот он как раз показатель натуральности. Все камни у меня на канале натуральные. Ну, кроме тех, о которых я говорю, это султанит и александрит, искусственно выращенные. Все остальные камни натуральные. Вот смотрите, вот включение какое-то. 44,5 сантиметра плюс удлинительная цепочка. Замочек и цепочка радированный ювелирный сплав 2000 рублей. К этим бусам есть у меня вот такие браслеты по 1000 рублей и серьги. Серьги стоят 500 рублей. Все, пожалуйста. Есть также бусы 8 миллиметров. Смотрите, прям ягодки-ягодки. Радированный замочек и серебро. Радированный замочек и цепочка, простите, оговорилась. Стоимость бус 2000 рублей. Длина 47 сантиметров плюс 5 сантиметров удлинительная цепочка. Далее. Аметист, аквамарин и розовый кварц. Фурнитура серебро. Между бусинами тоже проложено серебро. Вот такая красота. 12 миллиметров диаметр бусин. 46,5 длина нити. 2350 рублей стоит эта роскошь. По-моему, вполне себе бюджетная. Аметист лавандовый в огранке. Красота, конечно, ну просто невероятная. Полностью в серебре. 46,5 сантиметров. 2300 рублей. Розовый кварц Мадагаскар. 10 миллиметров. К сожалению, камера не показывает розовый кварц так, как это должно быть. Замочек радированный сплав плюс удлинительная цепочка 45 сантиметров плюс 5 удлинительная цепочка 2000 рублей.
К этим бусам есть у меня вот такие браслеты. Браслеты на любой размер у меня есть. 1000 рублей. Серьги стоят 500 рублей. Вот так. Шикарный аметист шар 12 миллиметров. Покажу сейчас его. Вот, смотрите. Смотрите качество. Качество аметиста. Вот. Давайте вот так еще покажу. Вот. Вот. Вот его видно очень хорошо. Вот они все, 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 все. Смотрите. Вот и включение, и шторочки, и туманчик. Вот все видно. 48,5 сантиметра полностью в серебре бусы 2350 рублей. Горный хрусталь. Так, фантастическое, конечно, зрелище. Чуть прикроем камеру, потому как ослепляет красота, чтобы, не дай бог, не ослепило. Так, замочек и цепочка. Радированный сплав. 12,5 миллиметров диаметр бусин. 46 сантиметров плюс 5 сантиметров. Удлинительная цепочка. 2000 рублей хрусталь. Дымчатый кварц. 12 миллиметров. Радированный сплав. Замочек. Сейчас я их... Вот, вот, смотрите. Вот они. Так, сейчас камера выпендрилась у нас уж, простите. О, о! Смотрите, какая красота. Вот их видно, видно. Они немножечко все разные. Кто-то... Какая-то бусина светлее, какая-то темнее. Со шторочками и с ратушкой. Красивейшие бусы. Вот так. 44,5 сантиметра плюс 5 сантиметров удлинительная цепочка. Стоимость 2000 рублей. Шпинель натуральная. Сказочное зрелище. 6 миллиметров в ограночке, 49,5 полностью серебро, 4250 рублей. Так, танзанит браслет. Смотрите, вот кто покупал чокер из танзанита, пожалуйста, вот к нему. Сейчас я чуть-чуть прикрою. Вот. Вот это его реальный цвет. Вот это к чокеру двойной браслет. Длина браслета от 17 до 19 размера. Дело в том, что вот даже на мою ручку размер, он на тросике, и тросик держит форму. Вот, поэтому и не падает, и не вываливается полностью серебро. Стоимость браслета 2560 рублей. Повторюсь, размер от 17 до 19. Держит форму и вот так кругом, прям вот по ручке. Так, на чем остановились? Рутиловый кварц 12,5. Смотрите, красота из красот. Вот он. Диаметр 12,5, полностью в серебре. Длина 49,5 сантиметра, 4160 рублей. Стоит эта красота. Давайте поближе покажу бусины. Смотрите, смотрите, какая красота. Вот они. Вот так это все. Это все переливается. Вот оно. Вот. Смотрите, это шторочка. Вот она. Красота из красот. 4150 рублей. Кунцит.
Удивительный камень. Кунцит с эффектом кошачьего глаза. 10-11 миллиметров полностью в серебре. Замочек. Его длина 46 сантиметров. 4420 рублей. Вчера я показывала 50 сантиметров. И он стоил 5000 рублей. Значит, от чего зависит цена? От качества камня. И, ну, соответственно, от длины. Потому что вот каждый камень стоит денег. Понятно, да? Вот такая красота. Вот такой замочек полностью в серебре. 4420 рублей. Еще кунцит 8 миллиметров полностью в серебре. Вот он. Вот, смотрите, серебро. Его длина 47 сантиметров. 3700 рублей стоит эта сказка. К кунциту, к бусам есть вот такой шикарнейший браслет. Полностью в серебре, вот с таким удлинением. На любой практический размер. Стоимость его 2500 рублей. Смотрите, какое качество камня. Так, это серьги из кунцита полностью в серебре. Вся фурнитура серебро и швензы тоже. Стоимость 2000 рублей. Значит, есть у меня еще вот такие бюджетные сережечки. Радированный сплав, фурнитура, стоимость их 1000 рублей. Далее, разноцветные бериллы в серебре. 13 миллиметров, замочек и фурнитура серебро. И вот такая бусинка мантра посередине, тоже серебро. Красота из красот. 46 сантиметров, 5300 рублей. Смотрите, бериллы аквамарин, марганит, берилл зеленый и гелиодор. Вот этот желтенький, это гелиодор. Вот такие берилловые шикарные бусы. Амазонит в огранке. Шикарного качества, полностью в серебре. И вот так, с такой бусиной. Давайте чуть-чуть мы вот таким образом посмотрим. 50 сантиметров, 3700 рублей. Эта сказка называется «Апатит 12 миллиметров». 45,5 сантиметра плюс 5,5 цепочка. Стоимость 3750 рублей. Значит, если вдруг кому-то понравится и кто-то захочет поменять на серебро, пожалуйста, все, пожалуйста, Ирина Сергеевна Белецкая вам соберет в серебре. Уменьшит, увеличит. Это все тоже к ней контакты под моими телефонами в конце видео. Эта фантастика называется «Адуляр». Специально показала вместе, почему многие к вот этому шикарному комплекту ждали вот такой «Адуляр». Бусы, смотрите, нежность нежная. Значит, вживую на порядок ярче. Очень сложно показывать вот такие бликующие камни на... Вот смотрите, показываю колечко. Вот оно светится, светится. Все абсолютно камешки светятся. Вот так. Шикарнейшие бусы. Значит, комплект 19 размер, 3700 рублей.
Бусы в огранке фантастического качества. Ни разу таких у меня не было. Бусы прозрачные. Адуляр Африка. 50,5 сантиметров. Бусы полностью в серебре. 4500 рублей. Стоимость этих шикарных бус. 4500 рублей. Если будет нужно, дополнительные фото-видео съемки по запросу в личку. Далее. Кианит в серебре. Фантастического качества. Ювелирное качество. Вот так это все замечательно выглядит. Фантастика. 40,5 сантиметров. Это получается чокер. 6000 стоимость этой красоты. Полностью в серебре. Так. У меня есть вот такой сказочный браслет. От 18,5 до 21 размера. Браслет держит форму, поэтому вот я и говорю вот так. От 18,5 3125 рублей полностью, все в серебре. Так, и вот такой сказочный кианит. Фантастика, просто фантастика. Овал 45 сантиметров, 6000 рублей. Так, аметист в огранке. Показываю вместе с комплектом. Комплект 18 размера, 3700 рублей. Вот такой сказочный аметист пришел к этому комплекту, прям вот четко в тему. 6 диаметр 6 миллиметров в серебре полностью, 45,5 сантиметра длина, 3280 рублей стоимость бус и 3700 стоимость комплекта. Красота из красот. Давайте покажу бусы, как они идут, вот эти переходы, потому что, наверное, не очень понятно. Вот смотрите, бусы собраны очень симметрично. Вот они. Вот так это все красиво-красиво происходит. Очень симметричная сборочка. Вот так. Красота из красот. И хочу показать. Вот у меня на манекене две вот таких кольешечки. Это от мастера Инны Федунки в Нестеренко. Вот такая красота. Это натуральный цитрин на мемори тросики. Стоимость цитрина 4000 рублей. Смотрите, вот такая интересная, такой интересный замок. Вот с такой цепочкой. Прям четко, четко, четко в тему. Вот. Все остальные. Стоимость 4000 рублей. Все остальные замеры и параметры, пожалуйста, пишите в личку. Хромдиопсид фантастического качества. Вот на таком замочке с цепочкой, с удлинительной. Красота из красот. Вот так. Стоимость хромдиопсида 4300 рублей. Повторюсь, все контакты мастеров под моими телефонами. Значит, дублирую. И под видео есть, и в комментариях я тоже дублирую. Итак, доброго вам
выходного дня. Будьте здоровы. С вами была Татьяна.